Всем привет, мои дорогие друзья! Это опять на канале я, Елена Ермакова. Хочу вам сегодня рассказать о наших любимцах. Вот одна из них сидит, зовут ее Буся. Это девочка, которую выбросили люди, мы думаем, что ей было 6 месяцев, а может быть, ей было и 1,5 года, мы этого не знаем. Одно, что вот она очень похожая на лису, она хитрая, как лиса. Она не любит слушаться. Буся, о тебе говорю. Вот. Она прекрасно знает свое имя. Люди нехорошие выбили ей зубки. Там чуть-чуть искривлена челюсть. Вот. После этого она живет у нас. Но свой характер показывает. Хитрый свой характер. Если что-то захочет, она обязательно сделает. Но самая главная ее особенность – это того, что она очень большая трусиха. И по этой собачке мы всегда узнаем, будет дождь или нет. Дождь она слышит буквально за 3 дня. Не надо никакого гидромедцентра. Вот сейчас она забралась в нашу спальню. Это та собака, которая живет у нас не в доме. У нее есть свой домик. Вот. Дом, когда открываем, она забирается, забралась. И, пожалуйста, вот возле нашей кровати она улеглась. Ей здесь спокойней и безопасней. Она очень боится грозы. По всей видимости, так как люди, которые чувствуют перепад давления вот этого атмосферного, наверное, по всей видимости, и она точно так же. Люди, которые, наверное, страдают гипертоники, они чувствуют эту грозу. Но наша Буся ее чувствует буквально за 3 суток. Буся, идем. Идем. И выгнать ее невозможно. Невозможно. Она просится. Но она очень не любит купаться. Поэтому мы ее в дом не пускаем. Эта девушка, как и кот, боится воды. И вот видите, как она переживает. А дождь, по всей видимости, 2 дня назад дождь шел в Киевской области. То есть сейчас мы видим только тучки. Возможно, дождь у нас будет завтра. Это вот такой вот у нас гидромедцентр. Буська, выходим. И вытащить невозможно. Придется брать только на руки. Вот такой вот есть чудесный у нас экземпляр. Буся, ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне. Ко мне, Буся, не прячься. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, солнышко, выходим, 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 давай, 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 идем, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Друзья мои, любите животных, любите всех, кто рядом возле вас, они самые беззащитные, поэтому никогда не выбрасывайте их на улицу, они прелестные, смотрите, как она смотрит и просит, чтобы я ее все-таки отсюда не выгоняла, да, Бусенька? Обычно она никогда не позирует на камеру, а сегодня ее спокойно можно снять, потому что она очень боится грозы. Друзья мои, подписывайтесь на мой канал, пусть будет у вас и ваших близких все хорошо, и с вашими любимцами тоже. Всем хорошего дня!